В эфире «Утро Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день декабря с погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков, ветер западный 6-11 метров в секунду. Порывы будут до 16-21. Ночью в предгорных и горных районах до 30 метров в секунду. Температура ночью 0+5, в горах до 5 градусов мороза, а днем до +15, местами до +9. В Черкесске без существенных осадков, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью +3, +5, а днем 12-14 градусов тепла. В Черкесске прошел региональный этап всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов. Конкурс был представлен разными номинациями и приняли в нем участие певческие коллективы образовательных учреждений республики, а также семейные хоровые ансамбли. Музыкальным многоголосием насладилась и Фатима Даурова. Семья Моисеевых, как профессионалы своего дела, проводит распевку перед выходом на сцену. Семейный квинтет будет исполнять авторскую песню бабушки, заодно и самого старшего члена музыкального коллектива «Связь поколений». Наша самая любимая песня – это «Самая лучшая мама земли». Это сыновья дарят мне, маме, а я дарю своей маме. Да, у нас семейный ансамбль «Три поколения». В начале конкурса с приветственным словом к участникам обратилась министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко. Особую благодарность она выразила педагогам, которые непосредственно принимали участие в подготовке детей и отметила их важную роль в восстановлении традиций хоровых конкурсов. Я хочу пожелать педагогам, которые привели нас к таким высоким результатам, больших успехов и поблагодарить за ваш ежедневный труд. Потому что именно исполнение, музыкальное исполнение, хоровое исполнение позволяет гармонично развивать личность. Именно в этом процессе ребята учатся слышать и слушать друг друга. Спасибо за ваш труд, уважаемые педагоги. Красивая музыка, улыбки гостей в зрительном зале, хорошее настроение – все сопутствовало проведению мероприятия в теплой атмосфере. Выступлением на сцене предшествовали многодневные репетиции. Все выступающие старались для зрителей. И цена их работы – аплодисменты зала и высокая оценка компетентного жюри. Выступление многодетной семьи Прокопович из Зеленчукского района растрогало слушателей своим проникновенным исполнением. Участники вокального состязания, которые стали лауреатами первой степени в разных номинациях, представят республику на финальном федеральном этапе Всероссийского конкурса хоровых коллективов. Фатима Дорова, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на карачаевском языке, затем также программы карачаевской редакции. А в 14:30 «Вести» Карачаево-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем удачного дня и встретимся завтра.